Всем привет, друзья! Это новая рубрика «От сердца». И вчера я до 2 часов ночи не мог уснуть. Я много чего писал мысли свои. И сейчас в этом выпуске я с вами этим поделюсь. Ну, здесь такая папочка, типа, знаете, чтобы культурно выглядело. На самом деле, вот листочек, это то, что я вам хочу сказать. А это все, это остальное на следующие выпуски. Здесь и про транссерфинг, и про мои какие-то корректировки относительно жизни и так далее. Все об этом расскажу в полном, что-то я заговариваюсь сегодня, в следующем выпуске. И этот выпуск будет обращением к вам и разговором с вами по душам, абсолютно честно, с моими зрителями. И я прошу с этого выпуска снять с меня все ярлыки, которые, возможно, осознанно или неосознанно вы на меня повесили. Я не являюсь тем, кем многие из вас меня считают. Я не являюсь тем, кого вы видели 2-3 года назад, и я объясню почему. Но перед тем, как я это сделаю, я хочу прорекламировать один канал. Автор этого канала, Александр, он очень старается для того, чтобы дать какие-то полезные знания людям. Он открыл канал «Законы жизни человека». Я Александра знаю, наверное, больше года, и он пытается, и у него это получается, он старается делать видео, самое главное, полезные, как стать успешным, как избежать стресса, как построить настоящие любовные отношения, как стать гармоничной личностью. Мне эти темы очень отзываются. И если вам эти темы отзываются тоже, переходите на этот канал, это один из немногих осознанных каналов. Он все время работает над улучшением качества, и давайте поддержим этого автора. Ссылка на этот канал в описании под видео. И я абсолютно согласен со всем, что на этом канале есть. От всей души рекламирую этот канал и всем рекомендую для осознанных людей. Ну, кому понравится, оставайтесь, подписывайтесь и следите за ним также. Ну так вот, это видео «Стартовая точка», друзья. Стартовая точка! В нашем с вами общении много чего поменяется у нас. И я знаю, я все вокруг да около ходил, говорил, что, друзья, будет новый формат, будет еще что-то, все. А если такие видео, если сякие видео? Это все были внутренние метания, это все был внутренний поиск. Это все был внутренний поиск контента. Но начнем по порядку. Я не бизнесмен, каким меня, возможно, многие считают. Объясню. И этот ярлык я прошу с меня снять. Я не супер-пупер бизнесмен. Я не миллионер. Мой доход сильно меньше 1 000 000 рублей в месяц. Мне недавно задали такой вопрос в чате. И я понимаю, что по многим видео, может быть, создалось какое-то впечатление, то, что у меня есть бизнес-канал, у меня есть некоторые популярные видео по бизнесу, что я там мега-супер-пупер миллионер. Возможно, такое было, но я не говорю, что это было точно. Что-то рядом с этим было, но этого уже нет. Это все в прошлом. Кто-то меня еще считает, видит, что я там, если за границей, что у меня там какая-нибудь вилла огромная. Друзья, все это не так. Я хочу сейчас в этом видео поговорить с вами, развеять все эти мифы, сказать просто, ну, правду про себя. И не то, чтобы я вас обманывал. Нет, я вас не обманывал. Все, что вы видели на канале, когда-либо это все было правда. Но я вас очень прошу с этого момента не считать меня каким-то крутым предпринимателем или еще кем-то. Снять с меня ярлык, не считать меня бизнесменом, несмотря на то, что у меня до сих пор есть видео про бизнес. Да, я там еду на хорошей машине. Да, я показываю там бизнесы, которые у меня были. Друзья, это все уже в прошлом. Это все было 2 года назад. Эти видео я удалять не буду, потому что YouTube для меня это один из источников дохода. И когда у меня наступили тяжелые времена, это было примерно 2 года назад, когда я лишился бизнеса, я лишился больших денег. Мы там, ну, нас и обманули в том числе, и все пошло не в попад. Друзья, я лишился очень многого. И поэтому это все в прошлом. Ну да, то, что вы видели, это было. И эти видео я удалять не буду, потому что меня в тот момент спас YouTube. Реально YouTube, он давал какой-то доход, реклама, которую вы видите, доход с просмотров.
Это деньги ощутимые по меркам средней зарплаты Питера, Москвы, но это действительно это хорошие деньги. Поэтому почему бы и нет, да, и почему бы этим видео не быть, к тому же это для меня такая история, и я своего прошлого не боюсь, не стесняюсь, и то, о чем я говорил, я действительно считаю эти советы полезными. Поэтому пусть эти видео будут, и пусть они помогут каким-то людям, я их убирать не буду. Но да, по этим видео, может быть, можно считать, что сегодня я такой. Но мы все меняемся, эти видео были 2-3 года назад записаны. Изменилось многое. Я знаю много каналов, где люди меняются кардинально, меняют свой контент, но старые видео тоже не удаляют. И по этим причинам я этого тоже делать, собственно, не буду. Я хочу открыться перед вами. Первое, что я хотел сказать, я не бизнесмен. У меня есть мое небольшое дело, которое мне приносит доход. Я работаю на себя, я индивидуальный предприниматель. Ну, можно считать это, конечно, бизнесменом, но для меня бизнесмен — это что-то глобальное. Нет, у меня все намного скромнее, поэтому не надо меня считать гениальным предпринимателем, и не надо у меня спрашивать советов про бизнес, потому что есть очень много людей более квалифицированнее, чем я. Знаете, я захотел очень стать настоящим на этом канале, я захотел стать настоящим в жизни, я захотел прийти к новому, к себе, потому что в жизни, когда я достиг какого-то определенного материального успеха, какого-то социального успеха, не то чтобы я стал искусственным, не то, что я там обманывал кого-то, нет, совершенно не так. Ну, просто когда этого всего не становится, ну, как будто потерял себя. То есть ты захотел, ты цепляешься за вот этот статус, авторитет, люди о тебе еще такого мнения, а ты говоришь, да нет, я уже не такой. Это же действительно сложно сказать. Если все думают, что ты там хороший в спорте, а тебе говорят, ну ты же чемпион, чемпион. Такой, ну да, да, чемпион. Хотя это было там 5 лет назад, ты стал каким-нибудь чемпионом мира. Но тебе, конечно, приятно, что до сих пор тебя считают чемпионом. И сложно сказать, что нет, друзья, я уже не чемпион, чемпионы уже другие. Я уже вышел из этого. Это эго. И у меня это эго тоже и было, и есть. Я хочу от всего, знаете, вот это вот очиститься и начинать все строить заново. Многие спрашивают, ну почему канал растет, столько подписчиков, почему мало просмотров, ты что накручиваешь? Я 200 раз говорил, я не накручиваю подписчиков. Канал действительно растет, очень много популярных видео, контентных видео. Но люди плохо возвращаются на канал, потому что тема осознанности, она сложная, и не всем хочется. Ну, посмотрели там видосик, да, что-то полезное, подписались и ушли смотреть развлекуху. Это нормально, это нормально. Я сам, наверное, так делаю. Единственное, я развлекуху пытаюсь от себя как бы более-менее ограничить, но иногда все равно что-то на Ютубе посмотреть можно. Поэтому я недавно посмотрел хорошее видео Ликея, и он такой, знаете, напомнил о таких простых истинах про популярность. Он сказал, что благодаря чему многие люди сейчас популярны. Ну, реально непонятно, почему они популярны, но неадекватно. А популярность пришла за счет там какого-то видеоблога или еще что-то. То есть люди кардинально в жизни... популярность — это следствие чего-то. То есть если ты в чем-то хорош, достиг, какой-то мастер, и ты этим делишься публично, то люди это замечают, и ты становишься популярным. Ну или не становишься популярным, но ты все равно профессионал. То есть популярность — это следствие чего-то. И я меньше всего хочу в жизни вот этой дешевой популярности. Я не популярен на YouTube, но для кого-то по меркам каких-то каналов кто-то считает меня популярным. Но если говорить вообще в принципе, что да, подписчики растут, есть видео, там несколько видео больше миллиона, даже больше 2 миллионов просмотров, но они популярные стали, конечно, какая-то известность растет. Но я не считаю себя популярным, я ничего глобального не сделал. Я хочу сделать, я хочу работать над собой. И тот канал, который сегодня, да, подписчики растут, просмотры не растут уже 2 года, коэффициент просмотров на новых видео, он не растет. И то, что я имею, это моя заслуга, это то, что я заслужил. Это то, мой канал — это мой уровень развития. Есть люди, которые очень сильно прокачали себя, и они вот это выставили на показ и собирают миллионы просмотров.
Ну, Игорь Войтенко тот же над собой работает, много просмотров. Есть каналы, которые действительно люди талантливые, прокачали себя, но все равно им с помощью Ютуба не собрать просмотров. Ведь задача – популярность должна быть следствием, а не самоцель. И поэтому я хочу, наверное, перестать, надеюсь, что перестал или перестану стремиться к популярности. Я хочу, чтобы… Но если это должно прийти в виде чего-то, я это должен чем-то заслужить. Но не точно просто записью видео. То есть получается, что стал популярным на том, что попытался сделать себя популярным. Не, я не популярный. У меня маленький канал, вы посмотрите, у меня совсем мало просмотров. Я рад этому, потому что то, что я вижу, еще раз повторю, то, что я получаю в жизни, это значит, это мой уровень развития, это моя планка. Она такая. Есть каналы, у кого планка выше, они талантливее, они лучше делают видео, интересней, и у них больше просмотров, и это заслуженно. И я желаю этим людям, этим каналам, этим проектам только самого лучшего расти дальше. Потому что то, как их смотрят люди, даже если этот контент может быть развлекательный и там неосознанный, но они заслужили это внимание. Они это заслужили, они это сделали своими руками, потом и кровью. А я, значит, не сделал, да и ладно. Кто-то пишет, что, Павел, как так, мало просмотров на видео, у такого канала должно быть больше. Нет, друзья, все очень закономерно. Поэтому давайте первое подытожим. Я не бизнесмен. Я простой парень. Я, надеюсь, буду более скромным парнем. А с проспекта Просвещения, который вырос в обычной семье, у меня есть видео, видите в правом верхнем углу, где я говорю свою историю. У меня нет никаких небогатых родителей. Я вот пытался и пытаюсь до сих пор сам. Да, вы там говорите, ты же книгу про деньги написал, там про богатство. А я не отрицаю, да, когда у меня это все было, я написал эту книгу. Но именно благодаря тем знаниям, которые я там внедрил, которые я описал в своей книге, это мне помогло удержаться на плаву. И в сложные времена, во времена 2 года денежных потерь, у меня до сих пор там долги какие-то остались еще с бизнеса, больших потерь финансов и все остальное. Мне эти знания помогли. Я их описал в книге, то есть книга не отрицает моего сейчас социального статуса. Нет, друзья, я не бедствую, я нормально зарабатываю. Нормально по средним меркам. Но я не хочу быть тем, чтобы на меня навешали какие-то ярлыки какого-то суперуспешного. Я не суперуспешный, я такой же, как вы, и у вас у всех такие же возможности. Вы во многом лучше меня. Вы советуете мне иногда, как видео записывать и так далее. У вас намного лучше понимание и взгляд, чем у меня. Вы можете лучше, вы достойны. Я буду рад, если у вас будет что-то лучше получаться. Поэтому я не бизнесмен. Я не какой-то гуру саморазвития, я сам учусь. Поэтому моих заслуг уже нет. Все мои заслуги в прошлом. Знаете, ведь глупо, когда спортсмен, он завоевал кучу медалей, он всю жизнь с этими медалями ходит, я олимпийский чемпион, так это уже в прошлом. Ты сейчас подтвердишь, что ты олимпийский чемпион. Я отказываюсь, я отказываюсь от всех своих заслуг. Но отказываюсь не то, что я уважаю их, они есть, это моя история. Я все-таки когда-то что-то смог сделать, но это лишь должен быть теперь как какой-то обучающий пример для моих детей, для моих друзей, для семьи, где-то для вас. Но заслуги в том виде, что ими нужно гордиться, их вперед на показ. Друзья, мне нечего показать. Я ничего такого не заслужил, что можно показать. Я просто стараюсь идти осознанным путем, путем сердца, саморазвития, нравственности, финансового развития. Для того, чтобы что-то сделать, но не ради популярности. Если нужно, популярность придет как следствие, если я сделаю что-то стоящее. Это не самоцель. Я хочу жить ради процесса, наслаждаться процессом. И я отошел от некоторого формата видео, говорят, давай такое видео, сякое, Паш, у тебя все видео скучные, канал неинтересный. Значит, я стал неинтересным. Хорошо, я это принимаю, потому что то, что я неинтересный, это мой уровень развития. И я буду дальше думать, как с этим работать, потому что я хочу быть, важно не только быть интересным другим, а еще интересным быть самому себе.
Вот я хочу быть интересен самому себе, и я хочу такие видео записывать. Пусть они не соответствуют меркам окружающих, стандартам. Я хочу уйти от стандартов. Я хочу уйти от попытки популярных форматов. Я буду записывать какие-то видео популярные, но записывать только в том случае, если мне драйв будет. А почему бы видосик такой не сделать? Когда я этого захочу, а не ради того, чтобы получить больше просмотров. Да, на этих видео, возможно, будет много просмотров, но это не самоцель. Я их сделал только потому, что внутри захотелось. Я хочу идти путем сердца. Я боюсь это произносить. Может быть, как-то судьба меня накажет или еще что-то. Знаете, я в какой-то момент было такое желание, ну, закрыть канал, не привязываться к этому результату. К результату, к подписчикам, к просмотрам. Все равно к этому привязываешься, от этого зависишь. Там рекламодатели, это все-таки деньги, поток и так далее. И я сейчас учусь в умении привязываться. Я ценю канал, я его обожаю. Но я просто устал от искусственности. От своей мотивации, как бы я даю осознанность, нравственность, но все равно хочется, чтобы популярно же было. И я сейчас учусь искать золотую середину, это создавать намерение. Я не против, если у меня будет канал 1 000 000 подписчиков или 5. Я этого даже хочу, но я не хочу от этого зависеть. Знаете, в мужчине вот эта ценность, это внутренняя независимость. И это один из секретов общения с женщинами. Когда женщина чувствует, что мужчина от нее независим, в том числе он ее любит и уважает, но он от нее независим, женщина видит в нем силу. Потому что мужчина, он не привязан к этому. Да, деньги хорошо, надо стремиться зарабатывать деньги, но не быть привязанным. Вот это одна из истин духовных, которые я прохожу, изучаю, и я вижу это и в трансерфинге, и в религиях, в каких-то священных писаниях других. Я вижу везде один и тот же закон. Потому что это закон жизни. Стремись, имей, трудись, но не привязывайся. Поэтому какая судьба моего канала, я не знаю. Я буду записывать видео до тех пор, пока мне просто это нравится. Если мне разонравится, то и даже если это крупный канал, я просто его остановлю и все. Или передам кому-нибудь, или делегирую. Но канал мне приносит деньги, он меня в том числе кормит. Не только, у меня есть еще вот дело, о котором я говорил, занимаюсь видеомаркетингом, продвигаю другие каналы на YouTube, консультирую, оказываю услуги. Там есть какие-то еще другие небольшие ручейки дохода. Книга мне доход не приносит, можете там не переживать, она этом не зарабатывает, можно сказать, желание что-то отдать. Вот. Поэтому на моем канале будет реклама, будет монетизация. Все говорят: Паш, ты ж такой крутой, у тебя видосы про бизнес, что ж ты в видео рекламу вставляешь? Ну, во-первых, предприниматель никогда не отказывается от денег, то есть в любом случае, и в том случае реклама была. Во-вторых, мне реклама помогает, для моего кошелька это существенно. Я говорю честно, я не хочу никого из себя строить. Я уверен, что многие из вас даже зарабатывают больше, чем я, да и ладно. Суть не в этом. Счастье-то вообще, ну, не в этом гоняться, кто больше зарабатывает, а делать то, что вот здесь, внутри. Вот прямо сейчас вот я это делаю, записываю это видео, это внутри. Я хочу на канале быть настоящим. И для меня это зона роста. Я очень долго боялся, что канал будут смотреть люди, с которыми я больше не общаюсь из прошлой жизни. Знаете, это эго. Я вообще иду не по сценарию сейчас, не по своему. Это эго, когда ты для людей создал какую-то картинку, что ты такой, ты с ними не общаешься, и они о тебе думают, что ты там такой, ты когда-то на телеке был, еще что-то. И как сложно признать, что ты, знаете, ну, столько лет, и ты не такой уж крутой. И они такие: да, Багрянцев, да мы знали, что он вообще ничего не добьется там и так далее. И вот знаете, раньше я боялся, что обо мне так подумают, что картинка-то осталась успешного. А тут я типа и не такой-то и успешный. А теперь я хочу это принять. И я хочу в это видео заявить и сказать, что если вы меня смотрите, я... Ну, мне сложно сказать, что совсем не успешен. Ну, все-таки что-то же есть, движуха. Я считаю, здоровье, счастливая семья, радость в отношениях и так далее — это успех. Возможность путешествовать и так далее — это тоже успех. Но вот такой социальный громкий успех — его нет.
И просто вот мой канал, это вот самый мой социальный успех. Мой канал, выступления на сцене, на которые вы видите, там, мероприятия, фестивали. Но если это успех, ну тогда ладно, успех. Но я не супер там миллиардер, на лимузинах не езжу, 50 бизнесов нет. В этом плане можете быть спокойны. Для меня это все тяжело. Но я хочу вот перед всеми прошлым окружением, не хочу казаться. Да, друзья, спустя много лет вот я такой. Даже скажете, ничего не добился в жизни, ну, скажите. Это ваше мнение, это ваше право, вы же другого не видите, мне же больше нечего показать. Если для вас все это, ну, не успех, да и ладно. Я хочу себя, понимаете, друзья, зрители, хочу себя принять со всеми своими плюсами и минусами, взлетами и падениями, принять себя и еще раз попросить, снимите с меня все ярлыки, я обычный парень. А на Ютубе очень много видеоблогов о саморазвитии. И я очень много записывал о саморазвитии, записывал о том, как правильно. Как правильно то, как правильно это делать и так далее. Я больше не хочу так записывать видео. Я теперь буду записывать видео не о том, как правильно, потому что об этом может говорить каждый. Любой из вас откроет видеоблог, начнет там какие-то камеру купит, получше звук и может говорить об успехе, и вы ничем от моего контента отличаться не будете. Можете тоже много просмотров собирать на Ютубе, зарабатывать тоже. Да без проблем. Вопрос, а в чем тогда разница вообще? И я понимаю, что нет, мне такой подход не устраивает. Я буду говорить о том, что я сделал или чего я не сделал, о том, что я попробовал и чего я достиг. Оценивать мое саморазвитие, может, будете вы, хотя от этой оценки мало что изменится, но просто я буду говорить в контексте не как правильно, а как я это внедрил, какую-то успешную привычку, какие-то правила саморазвития, о которых я говорю. Не просто говорить красиво, читай книги, учи английский, там давай, вставай в 6 утра, а скажи, ты сам это смог сделать? А я буду говорить, что я смог, а что не смог. То есть я теперь о саморазвитии буду говорить о том, как я это делаю. Ну, будет иногда немножко теории какой-то, как правильно. Но основа — это как я. Я сильно буду работать над собой, очень сильно. Не для популярности, не для просмотров, а для самого себя. Потому пока мне это хочется, и пока у меня в этом есть какие-то цели, амбиции, пока это нравится. Если я в этом не увижу счастья, если в этом нет пути сердца, я от этого отойду. И я буду искать то, что мне нравится. Вот и все. Значит, все это время я старался соответствовать. То есть я записал какие-то видео про бизнес, еще что-то. Кто-то видел в Питере меня на машине, на Audi. Друзья, это не моя машина. Это машина изначально вообще моей жены. Это наш семейный автомобиль. Просто дело в том, что мы поняли, что две машины нам не нужны. Я свою машину продал. И у меня беда какая-то, карма с машинами. У меня было 7 или 8 машин, и они все ломались постоянно. Ну, что-то постоянно случалось, какие-то то меня подрежут, а когда я езжу на чужой, все нормально почему-то. И смотрю на время, вроде все нормально. Поэтому и машина-то не моя, она классная, как бы, но она не моя. То есть, если вы видите, я там в тачке, я, костюм мой, там, часы мои, да, вы видите, я весь такой деловой там на тачке. Во времена, когда у меня было лучше с деньгами, да, я мог себе купить спокойно такой же автомобиль представительского класса. Но можете успокоиться, я не крутан. То есть, но я боялся, что я вот создал какой-то ореол, люди уже обо мне как-то думают, и я боялся вот эту вот думу развеять, что оказывается я не такой. А теперь я не боюсь. Я хочу сказать, что, друзья, машина не моя, это наша семейная, потому что нам две не нужно. Вот и все. Это для тех, кому важен автомобиль. Когда я снимал видео в автомобиле, все спрашивали, какая модель. То есть некоторые люди, подписчики, меня хотели идентифицировать, крутой я или не крутой, в зависимости от того, какая тачка. Ну, я это тоже проходил когда-то. В студенческие времена я людей судил именно так. Это период такой. Поэтому я не хочу соответствовать вашему мнению обо мне. Я хочу быть честным с самим собой. Да, тачка не моя, я вам признался в этом. Ну, наверное, вот это все.
А если будет интересно, я, может, расскажу там о своем бизнесе, я о нем рассказывал. Лу, может, там расскажу подробнее, как, что, как начинали, с чего начинали, почему закрылись. Но опять же, тут тоже не нужно в крайности впадать. Если у меня нет бизнеса, но у меня есть опыт, это не значит, что я не могу дать дельный совет. Это не значит, что у меня нет там никаких знаний. Но что были более успешные проекты, были менее. Просто я выбрал другой путь, и я сейчас не начинаю бизнес не потому, что я не могу. Я могу, у меня знаний, знакомств полно, инвестиции могу привлечь. А я просто ищу, в чем мое сердце, в чем моя задача жизненная. Куда я иду вообще, ради чего я живу? Вы же знаете, что жизнь наша... Да, все богатства я не унесу, все бизнесы не унесу. Я хочу путем сердца. Может быть, моя задача вообще быть учителем в школе, учителем йоги, не знаю, тренером по лыжам. Может быть, в этом моя задача. Может быть, моя жизненная задача просто пилить видосы на YouTube, ну, есть рекламодатели и так далее. И жизнь мне уготовила такой порядок. И ладно, я это хочу почувствовать. Я буду записывать видео про транссерфинг, свое мнение о нем, о прочтении книги. Многие подписчики спрашивали, я там подискутирую, расскажу немного свое видение насчет этого на примере некоторых тезисов из транссерфинга. Поэтому мой канал будет обо мне настоящем, это будет действительно видеоблог, на нем будет продаваться реклама. Это для меня очень важно и для моего бюджета. Хотя я стараюсь сформировать несколько источников дохода, потому что я об этом писал в своей книге, и все, о чем я писал, я этого придерживаюсь. И это помогает мне путешествовать, быть в разных странах, переехать в Сочи и не быть привязанным к месту. Но я не какой-то там богач. Полно ребят на Ютубе предпринимателей, в десятки раз больше зарабатывают. Вот про бизнес их слушайте. Про финансовую грамотность, да, буду рассказывать, потому что финансовая грамотность и какие-то новые поиски, они мне помогли удержаться на плаву. Но от дохода с YouTube я не откажусь. Ну, такие у меня обстоятельства. Что еще хотел бы сказать? Ну, вот подытожим то, что видео будут, немножко изменю ракурс. Видео, наверное, будут почаще, иногда буду просто снимать свои мысли. Потому что я немножко устал гнаться за форматом, за там картинкой, чтобы все динамично, чтобы удержать внимание. Но если неинтересны мои мысли, так и с классной картинкой, с монтажом мои мысли тоже будут неинтересны. А если интересны мои мысли, так человек и так включит, посмотрит или просто послушает. Ну почему бы и нет? Но будут разные видео появляться, и динамические, и такие, но это если мне будет просто в кайф. Поэтому видео даже могу 2 видео в день на канал выложить. На этот. Но если я так сделал, значит, мне так захотелось искренне. И я теперь хочу жить по-другому, я хочу жить сердцем и чувствовать, что же мне делать. Многие люди спрашивают, а как мне найти предназначение? Друзья, да я сам ищу предназначение. Да, я прошел некоторые этапы, я в чем-то предназначение нашел, но до конца всех ответов у меня нет. Но я вам скажу так, до конца жизни ни у кого всех ответов не будет. Поэтому я сам в поиске, и вы видите, как ищу я. Я же в поиске. Я делаю дела, я пробую и так, и сяк, я ошибаюсь. Потом записываю подобные видео, что я буду делать по-другому. Может, потом еще будет что-то по-другому. Это все поиск. Это все поиск себя. И я не хочу, чтобы моя жизнь вокруг Ютуба строилась. Что вот мой видеоблог, он развивается, там почти 500 тысяч подписчиков, и все, теперь вот за это надо держаться. Как там было в транссерфинге, ну и в других духовных практиках. Снижай важность. Снижай важность этого. Если это слишком занимает много беспокойств, переживаний, когда у тебя... Когда много денег заработал, ты за них держишься, еще больше боишься. Намного было проще жить, когда их было мало, да, знаете, такое, как тоже некая психология бедности. Понижая важность, да, у меня много денег. Ну ладно. Это важно, это хорошо, но не нужно прям все вот в обнимку. То же самое у меня с каналом. Я вкладываюсь в свое развитие в других сферах, я ищу новые интересы, ищу сердцем. Я начал много пробовать, начал работать над новыми качествами, начал писать другие книги. И я пробую и экспериментирую. Я буду говорить о своем опыте. Получится, не получится. Я не дам вам ответ, как там найти предназначение. Я только могу показать, как я иду и что я получаю. А вы уже сами будете делать видео. Я хочу быть настоящим, в первую очередь, для себя. Это трудно, очень трудно. Я даже не знаю, насколько я был сейчас искренен. До конца ли я был искренен. Я не знаю.
Я хочу быть искренним с вами. И вот так, друзья. Это была рубрика «От сердца» уже долго. Проблема, что здесь, в Хорватии, очень долго такие видео грузятся, поэтому качество, наверное, снижу.